Дагестан готов к паводкам и пожарам. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в республике. Оно прошло под руководством заместителя председателя правительства республики Рамазана Джафарова. На встрече отметили важность борьбы с возгораниями и их последствиями. В этой связи было рекомендовано уделить особое внимание профилактической работе. Кроме этого, говорили и об организации пропуска паводковых вод, защите населения и предупреждению ликвидации последствий наводнений. Специалисты напомнили, что в Дагестане ежегодно по результатам обследований определяются участки, на которых необходимо проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Также на контроле у правительства и вопросы мониторинга сельхозугодий на наличие саранчевых вредителей. На встрече заверили, что будут организованы выездные заседания оперативного штаба по борьбе с этими насекомыми.